Строительные и отделочные работы в кадетском корпусе выходят на финишную прямую. Свежие новости со стройки года смотрите в следующем сюжете. С каждым днем динамика изменений становится все более заметной. На прилегающей территории уже зеленеет трава, посажены кустарники и разбиты цветочные клумбы. Внутри и снаружи здания меняется буквально на глазах. Большинство лестничных пролетов готово к сдаче. В пищевом блоке установили раковины, завезли кухонное оборудование, необходимое для приготовления пищи, собрали мебель для столовой, где будут обедать кадеты. Завершаются работы по обустройству медицинских кабинетов. В стоматологический кабинет на днях завезли необходимое оборудование. В корпусах наводят порядок. Вывозят строительный мусор, моют окна и батареи, чистят полы. Большую помощь строителям оказывают волонтеры. И, кстати, желающих внести свою лепту в общее дело меньше не становится. Совсем скоро в учебном заведении закипит новая жизнь. И все ребята, которым предстоит здесь учиться, с нетерпением ждут 1 сентября. А пока продолжается активная работа взрослых, чтобы сделать жизнь кадетов максимально комфортной. Оксана Очкасова, Бахтияр Велиев, Республика.